Потому что не решите нам, то есть это на это решение будет приглашено. Для первого опыта прошло все достаточно хорошо. Такой формат, я думаю, помогает людям, во-первых, это услышать друг друга, во-вторых, понять полностью проблему, у кого какие, ведь каждый приходит, смотря со своей колокольни, со своего опыта. Когда вопросы задавали раньше по собранию, то там, конечно, бывают и такие, и такие. А здесь все фиксируется через компьютер, и поэтому уже каждый вопрос и каждый рейтинг уже это фиксируется. Осветить в СМИ и организовать похожие, как сегодня, дискуссии с целью поддержания демократических институтов, привлечь кураторов, которые научат общаться с властью, а власть научить общаться с народом. А по полису, как это положено. Значит, вторым у нас является... Поручаю еще раз, повторно уже при жителях, под камеры, под протоколы, на 19-й год, в обязательном порядке, Екатерина Николаевна, это всем районам, информировать людей, сделать просто постер и написать, что будет делаться в этом доме. Какие работы пока по ремонту, какие работы по ремонту подъезда, какие работы по двору. Все. Мы с этой стороны как